Вместе с краевыми и муниципальными чиновниками глава региона обсудил исполнение майских указов президента страны. Одна из самых главных задач, поставленных главой государства, добиться масштабного роста благосостояния людей. Как отметил губернатор Кубани, важную роль в этом играет качественная и доступная медицина. Чтобы кардинально изменить ситуацию, принято решение передать районные больницы и поликлиники в краевую собственность. Это позволит оперативно оснастить их современным оборудованием и сделать ремонт в лечебных учреждениях. Вопрос один и тот же повторяется во всех муниципальных образованиях. Это вопрос качества медицинских услуг, качества лечения. Мы не раз говорили, что у нас люди – это самое главное богатство. А, значит, люди должны быть здоровыми. И вот вовремя обратиться и вовремя получить медицинскую помощь. Сегодня мы должны это обеспечить. В первую очередь на селе. Также по поручению Вениамина Кондратьева в Краснодаре уже в ближайшее время начнут проектирование современного онкологического диспансера.